кто-то так сильно хотел раздавать эти самые, что оставил все здесь. А, давайте будем начинать наше богослужение. Мы очень рады видеть Марьяну вместе с нами. С выздоровлением вас. Не болейте больше. А приходите вместе с внуком, даже если он будет чуть-чуть шуметь, мы будем только рады такому шуму. А, этот Василий, удойный и Алекса, если вы помните, который родился, я не знаю, такой он там родился. Ну явно не такой. Явно не такой, как ты, да. А ему еще до этого надо много каши съесть. Находится в больнице. А потому молитесь за них, те маленькие, кого-то там у брата, у свата, находится Алекс вместе с малышом в больнице. А потому молитесь за их выздоровление. 2 дня температура не спускается, и для такого маленького, скажем, там ты не знаешь, что он хочет, что его болит, скажем. Потому будем молиться за них. Также я говорил, 2 дня осталось до свадьбы Элисы, вот там она сидела, и Арона, который вот здесь сидел. А если вы помните их, в Нью-Йорке большой снег, потому молитесь, чтобы на свадьба у них там и все это запланированное произошло. Так свадьба в Нью-Йорке будет или в Гаге? Я так думаю, что в Нью-Йорке. А как найти по интернету? Я вам скажу, на пригласительном у меня есть адрес их, это сам я могу по вайберу или как-то там, чтобы вы видели всю свадьбу. И это не препятствовало там, музыканты должны приехать с того края, те должны приехать с другого края, и бабушки, и дедушки, и все хотели бы видеть невесту, и жениха, и все остальное. А потому со снега я не знаю, как это все утрясется, но это... Наше большое желание видеть брата Пола, который будет их сочитывать. Это большущая привилегия вспомнить, когда вам было, сколько вам было, 15, 20, 30 лет, когда вы женились. Это самое, и вспомнить те обещания, которые вы давали вашему супругу, или он вам давал, посмотреть, как это все... выполняется или не выполняется, и напомнить, вот помнишь, 15 лет назад, или сколько там прошло уже с тех пор. А я говорю про 15 лет назад, потому что у нас с Еленой прошло 15 лет. Возможно, у кого-то больше прошло. Потому молитесь за них, для того, чтобы жизнь их продолжала была быть светом, те, среди которых они будут общаться, а также извлекали пользу из этих взаимоотношений, которые есть у них, скажем, чтобы это не были там, как кошка с собакой, мы говорим, да? А чтобы это было 2 любящих сердца. Также молитесь за маму Сузан, которая по-прежнему чувствует себя слабо. Поставили ей этот стимулятор сердца, но ввиду возраста и уже не те силы, он ей не сильно помогает, она по-прежнему чувствует себя слабо. Молитесь за нее, чтобы она могла также правильно функционировать, не забывала пить таблетки или там, что ей там нужно делать. Потому что от этого зависит много, как правильно будет работать все это в организме. Попросил бы также вас молиться за служение, которое предстоит брату Полу совершить возрождение где-то там по Америке. Я забыл город. Он говорил город, только что я вспомнил его. А после свадьбы он еще отправится туда, после чего приедет сюда. Это очень важно. А почему? Потому что убедить человека или переубедить человека требуется множество молитв. Без молитв, слова, которые он будет говорить, какие бы они ни были там привлекательные или затрагивающие, они не смогут совершить перемену. Поэтому молитесь об этом служении для того, чтобы оно прошло успешно, и чтобы на вашем счету, тогда, когда вы проснетесь среди ночи, возможно, Дух Божий вас пробудит, или среди дня напомнит вам, вы могли иметь также часть
о спасении того или другого человека. Я не знаю еще результатов по свидетельству его двоюродному брату Джону, которому врачи сказали, что ему осталось 6 месяцев для жизни, уже, наверное, 5 месяцев, поскольку уже месяц прошел. А брат Пол обещал, что он обязательно с ним поговорит, чтобы рассказать ему о прекрасном мире, в котором он живет, это не произошло взрыва. Взрывалась у вас, допустим, банка на кухне или там что-то еще, может быть, взрывалось? Образовывался ли порядок от взрыва? Беспорядок только. Взрыв не может произвести порядок. Вся эта теория, которая о происхождении мира от взрыва, это нереальная теория, скажем, это выдумка. Взрыв не производит ничего положительного, только отрицательное. А поэтому молитесь за Джона, чтобы Бог смягчил его сердце, может быть, напугал его сердце, может быть, я не знаю, какие еще методы есть у Бога, их множество. В каждой книге Библии мы находим новые методы подхода Бога к человеку, когда пробовал через патриарха работать, потом через закон работать, потом через правительство, вот в книге Судей, где не было судьи, и каждый делал, что хотел. Бог различными методами пытался достучаться до сердца человеческого, убедить их в том, чтобы они были на его стороне и не уходили на противоположное, потому что там не ждет их благо. Это наша молитва, чтобы Бог работал в сердце Джона и убедил его стать на Божью сторону, где намного лучше и намного полезнее быть. Почему? Потому что ты не только полезный в этой жизни, а ты зависим от Бога, потому что Бог решает. Доктора вообще не решают, 6 месяцев, или 5 месяцев, или сколько месяцев. Доктора могут сказать свое мнение, но Бог может это все намного продлить, или может даже сократить. Это зависит от Него. А потому об этом наша молитва, чтобы то время, сколько ему осталось жить, он прожил для Бога, и это было эффективно. У кого-то еще, может быть, есть какие-то нужды? Вон, чтобы Бог помог мне найти соседа по квартире, чтобы мне не пришлось платить. У кого нет квартиры, или кто знает того, у кого нет квартиры, вот пошлите их Паше, ему нужен сосед, который бы заплатил 1500, чтобы они не шли из Пашиного кармана. Причем это без услуг, это только 1500 за комнату и никаких услуг. Отдельная комната. Отдельная комната, да. Кто хочет иметь отдельную комнату, вот 1500 стоит. Если кто-то живет под мостом, лучше 1500 заплатить и будет теплее. Еще у кого-то, может быть, что-то есть? Если нет, мы станем для молитвы. Лучше бы я разобралась уже со своей пальмой, у меня три пальмы, чтобы я в Министерстве информационных технологий получила документ, что оно у меня есть. Хорошо, давайте мы встанем для молитвы, попросим брата Иона помолиться. Tată Ceresc, mulțumim pentru această zi, mulțumim pentru că suntem aici, în casa ta, că slujim ție pentru tot ceea ce faci pentru noi în continuare, încă o dată, Doamne, pentru ca să-ți mulțumim pentru cuvântul tău, care este toată săptămâna, care ne îndrumă, Doamne, ca să merge pe calea ta, Doamne, cuvântează acest cuvânt al tău, îți mulțumim pentru cuvântul tău care a fost predicat în prima lecție, Doamne, Leon, Doamne, pentru ca să ne lucreze în continuare inimile noastre, Doamne, ca să ne gândim mult mai mult la cuvântul tău, Doamne, fiecare minut, secundă, Doamne, oră, Doamne, ca să slujim ție și acum tu, ceea ce tu ai făcut pentru noi, Doamne, pentru ceasă, binecuvântează aceste cântări, binecuvântează fiecare care are nevoie de tine în această zi, care sunt acasă, bunat, care nu tot să vie, Doamne, mă rog, pentru ca tu să fii cu ei, să încurajezi, Doamne, să asculte acest mesaj la internet, Doamne, binecuvântează cuvântul tău care va fi predicat la bălți, acei oameni care va fi acolo pentru fiecare cuvânt care se va fi predicat prin sate, la fratele Andrei, fratele Costea, fie cu ei, cu acei copii care sunt acolo, mă rog, pentru fratele Cornel, pentru fratele Marcos, misionarul din India, Doamne, mă rog, pentru ca Tu, Doamne, să fii din Ucraina, Doamne, pentru
ca Tu, Doamne, să fii, să îi încurajezi, Doamne, să ai grijă de el, să îi puternicești, Doamne, mă rog, pentru pastorul nostru care este în New York acum, pentru acel mesaj care va fi spus, Doamne, pentru cei creștini care sunt, pentru chiar care nu sunt salvați, Doamne, ca ei să fie salvați, ca ei să înțeleagă acel mesaj, Doamne, mă rog, pentru Aaron, Elisa, Doamne, pentru ca Tu, Doamne, să fii cu ei, să îi încurajezi în această zi, Doamne, să te pui pe tine primul loc în viața lor, Doamne, binecuvântează aceasta, mă rog, pentru Mr. John, mă rog, pentru el să fie salvat, Doamne, ca să asculte cea conversație care va fi vorbit cu el, Doamne, pentru ca să facă o decizie corectă în viața lui, Doamne, mă rog, pentru Mr. Joy, Doamne, mă rog, pentru ea să încurajezi cu noi, pentru ca Tu să fii cu ea, să tărești, Doamne, pentru să binecuvântezi cu noi zi cu zi, Doamne, binecuvântează această zi, mă rog, pentru fați-le pasul, Doamne, ca să poate găsi un loc, Doamne, de acel partener, Doamne, să poată să trăiască, Doamne, pentru ca să fii, să binecuvântezi pe el în această lucrare, Doamne, mă rog, în numele Tău, Iisus, mă rog, amin. Amin. А, пожалуйста, давайте успеем, после чего споем по-русски. Смурнова, 9 номер. Deschide ochii să privesc. Și urechi și gura. Pentru cine să vorbesc. Și cum să vorbesc. Amin. Deschide ochii să privesc. Tot ce din mâna ta primesc. De-mi, Doamne, cheia se pot afla. Ce plan ai Tu în viața mea. Smerit aștept. Yeah.
Și în mare inim. Intrăm Iisus în inim. Amin. Atunci când, va fi o schimbare în viața noastră. O schimbare în viața mea s-a făcut, între Iisus în inime. Am lumina în suflet dorite de mult, între Iisus în inime. Între Iisus în inime. Între Iisus în inime. Râuri de bucurii, curge de иду к тебе. Ты помнишь 26.
чел посреди житейских волн. Буря грозная прибной, скалы. Грозная прибной, скалы скрыты под водой. Я молюсь, доверия Бог, о Господь, веди мой чел, как детей. Бессмертный, незримый, всезнающий Бог, великий и дивный, от нас недалек. Прославленный сущий, везде и всегда, Господь всемогущий, мы славим Тебя. Во всем постоянный и тихий, как свет, Он правит вселенной и входит в завет. Его справедливость во веки веков, а дивная милость являет любовь. Великим и малым Он благо дает, смиренным и верным блаженству ведет. Наш цвет, наша слава, лишь ты белый клин. Мы вянем и сохнем, Он без перемен. Отец вечной славы, единый во всем, хор ангельский славит величие Твое. Услышь нас, предвечный, и дай нам всегда в том свете ходить, что скрывает Тебя. А предстоящую неделю занимайте ваши места. А я сегодня хотел говорить с вами о похожей картине, о которой мы говорили в прошлый раз, кто был. Из книги Иаиля в четверг. А кто не болел, у кого есть возможность заходить в YouTube и слушать проповеди, Молдова Мишенс, пишите на YouTube латинскими буквами, а и можете вы слушать проповеди там. Мы говорили о том, что Иаиль жил в те времена после Соломонова царства, когда у людей был большой избыток, где им Бог был не нужен, и они к Богу повернулись спиной. Но, благо, что у нас есть еще проповедники, которых мы сегодня послушаем. Пожалуйста, брат Иоанна, с проповеди. Для меня это благословение находиться здесь, на те слова, на этом месте. И это для каждого из нас благословение находиться в Доме Божьем. А после недели, наполненной суетой, трудом, прекрасно находиться в Доме Божьем, чтобы прославлять Господа. И каждый из нас пришел сегодня как Божье дитё сюда. И Бог желает, чтобы мы находились в Его доме, чтобы изучали Его Слово, и чтобы мы могли рассказать о Нем другим людям. Чтобы мы не жили для себя.
Acel cuvânt de inima noastră nu vrem să spunem la altcineva. Чтобы то слово, которое поработало в нас, чтобы о нем узнали и другие, находящиеся вокруг нас. Chiar dacă nu ai înțeles mult, n-ai înțeles mult din acel mesaj. Может быть, немного вы успели запомнить или успели записать. Cum a spus Фабион, ты дуешь на YouTube, на Moldova Missions. Но вы можете обратиться к YouTube на сайт Moldova Missions. Și apoi acolo trimite. А и разослать всем своим родственникам или знакомым. Лаха Думнезиос уборбиаст и не мота. Чтобы Бог мог работать и в их сердце там. Чивом вцаст Роман. Мы сегодня посмотрим послание римлянам. Чей Калино Афост Лашкал Доминикада. Те, которые не присутствовали в воскресной школе. О, у меня значит мессажки, если. Они будут также слушать подобное, что написано в первой главе. Все студенты на час карты Роман, когда студят Роман лекция 1. И потому, когда мы изучаем первый урок из послания римлянам, я увозут три карты через десерт. А каждый видел вот этот стих. Мне я могу фарты много через десерт. А мне очень понравился этот стих. Все на час карты Роман. И это будет как введение в этой книге римлянам. Думнезеу не курица минта, не фасису не фокусуем при дискуприе Думнезеу. Мы видим, как Бог очищает наш рассудок, чтобы нам сфокусироваться на Божьем Слове. Павел Аскрис, мы говорим, фрады у нас, Аскрис, пин мульти бисерич. И Павел написал семи разным церквам. Столько пальцев. Și așa este vrea că Dumnezeu să vorbească în această biserică. И Бог желает, чтобы говорить и сегодня в нашей церкви. На район телецентру Фрала Олимпика Добрич. На район телецентра Олимпийская 12. Care este această biserică aici. Что является церковью здесь. Și vreau să deschidem la Roman 1. А посмотрим в Римлянам 1 главу. Este foarte un verset care m-a făcut să mă gândesc foarte mult. И этот стих, который меня многое заставил задуматься. Сима меня плакут фуарте мута через десерт. И мне он очень понравился. Собрался он батюшку мояку. И я хотел бы поделиться им с вами. Унук доузеч. Первая глава стих 20. Финка лукли визибли але луй, ела креация луми, сун везуте клав. Финка инцелесе фин лукли факуте, деопотриба путеря луи етена, шпнезиирия са, ка ей сун фарескут. Ибо невидимое Его от сотворения мира ясно видимо, будучи понимаемо посредством того, запятая, что создано именно вечная сила Его и Божество. Так что они без извинения. Помолимся Господу. Небесный Отец, мы благодарим Тебе за эту возможность находиться здесь. И говори то, о чем ты желаешь сказать. Работай в сердцах тех людей, которые здесь присутствуют. Я молюсь за тех, которые находятся дома по болезням. Чтобы ты был вместе с ними и ободрял их в этом дне. И мы славим тебя и желаем прославить тебя во всем, а в каждый день. Ну, это Иисус, Марка. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хотел бы сконцентрироваться с вами на 20 стихе. Где вафи всем сплочаться предыка. А в этом и смысл этой проповеди. Вафи концентрация сплочаться беседа. Чтобы сконцентрироваться на этом стихе. Куда же плать часу фразу вспомнить? Посмотрите на фразу, которая мне очень нравится. И можете отметить и в своих Библиях. Лукли невизибли, аллилуй. Ибо невидимое Его. Дела креация луми сунт. От сотворения мира. Везу текла. Ясно видимо. Да, что не концентрируем на честку. И вот да. На этом мы пока остановимся. Сунт фарте мульти. Лукли, который сунт везу текла. Есть вещи, которые видны ясно. А можно определить по многим разным вещам. Студент, и на этой неделе я изучал книгу Дженеза для детей, которые проживают в Лицах. Дженеза Острович. По 17 главу. Мы откроем ее.
где сказано «Я Бог всемогущий». А и сказал Господь, путаю ли я от Авраама то, что делаю? Uitați, spune, voi ați spune eu de Avram ce ce fac? Разве я спрячу от Авраама то, что я хочу сделать? Dumnezeu chiar nici n-a vrut să ascund acest ceea ce faci în fața lui Avram. Бог не желает ничего сделать в тайне от Авраама, от своего друга. Uitați de ce. Посмотрите почему. Văzând că Avram cu adevărat va deveni o națiune mare și puternică și toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în el, а поскольку Авраам непременно станет великой и могучей нацией, и благословятся в нем все нации земли. 19. Pentru că îl cunosc că va porunci copiilor săi și casei lui. După el și ei vor ține calea Domnului pentru a face dreptate și judecată, ca Domnul să aducă peste Авраам ceea ce a vorbit despre el. Ибо я знаю его, что он заповедает детям своим и дому своему после себя, и будут они держаться пути Господнего, чтобы творить правосудие и суд, чтобы Господь привел на Авраама то, что сказал о нем. Dumnezeu i-a descoperit lui Avram, а это то, что открывает Бог Аврааму. Pentru că el avea acea ascultare în viața lui. Потому что у него было послушание Богу. Și el nu a vrut să fие ca în secret cu el. И он не хотел таить тайны от него. Библия нам говорит, что Ела а фос приехал самый лучший к Аврааму. И Библия описывает, что он был другом Божьим. Чи я предназначал час лукавить. И он доверил ему это дело. А шаг мне ворвешь апостол Павел Роман Луку Доузеч. А также как апостол Павел нам рассказывает в Римлянам 1:20. А че за луку корисунт? Инвизибельные. Вот эти невидимые вещи. Сум пар возуди. Они видны ясно. Я хотел бы повторить ее еще раз, потому что эта фраза мне очень нравится. Lucrurile visibile sunt clar văzute. Ибо невидимое его от сотворения мира ясно видимо. Vedem aici că Dumnezeu nu vrea să țină în secret tot ceea ce a făcut el. Бог ничего не таит в тайне из того, что он сотворил. Vom uita în această zi. И об этом мы будем изучать сегодня. Мой мультирух, три руфермафи. Это будет три разные вещи. Чарльз Фрид Низел. Которые открывают Бога. Это мой Низел, потому что я невидим. Потому что Бог может взять невидимое. Сафака невидим. И сделать его ясно видимым. Но мой Низел, потому что пуй чего. Care să fie văzute clar în viața noastră. Может быть, только Бог, который откроет нам глаза, чтобы мы ясно различили. Ca noi să nu avem претензии, да? Чтобы у нас не было претензий, что я не видел. Ты че, Доамне, așa? Ты че, Доамне, așa? А почему так, а почему нет? El a vrut să descopere pentru noi. Он желает это нам открыть. Видите, ce înseamnă aceasta? А подумайте о том, что это означает. Cum am spus, să nu avem, să nu ne punem cu Dumnezeu. Чтобы мы не спорили с Богом. Pentru că Dumnezeu știe mai bine ca tine. Потому что Бог знает намного лучше, чем мы знаем. Și primul punct va fi. И вот первый пункт из этого. Revelați general. Это общее откровение. Dacă vă întrebați, ce înseamnă revelație? А если вы спросите, что значит откровение? Если кого descoperire. Это открытие или то, что видно. Cum Dumnezeu s-a descoperit pentru noi. Как Бог нам открывается. Și în capitolul 1, в первой главе, Dumnezeu vede, Dumnezeu vede, ne arată cum Павел ne arată cum se descoperă pentru noi. Бог через Павла открывает нам Бога. Каким образом он делается явным? Везет сахар лечит. А посмотрите на 17 стих. Если ревелата дептата Лукнезел. Ибо в нем открывается праведность Божья. Везет он отвеч. А в 19 стихе. Потому что то, что можно знать о Боге. 18 стих, прошу прощения. Фурия Лукнезел, если ревелата. Здесь снова ярость Божья с неба открывается. 19 стих. Fiindcă Dumnezeu le-a arătat.
Потому что Бог показал им это, конец стиха. 20 стих. Сум глад вазути. Они ясно видимы. Я хочу взял на часто дезалуи. Вот что значит открытие. А также в 20 стихе. Dumnezeu s-a descoperit prin creație, așa cum ne spune aici. Бог открывает себя в творении, как описывает этот стих. Prin tot ceea ce a creat El. Через все то, что Он создал. El a vrut să arate prin fața Lui. Он желает показать свое лицо в этом. Dar vom învăța cine va mai fi în această creație. И давайте посмотрим, кто будет присутствовать в этом творении. În curând va fi. Это будет очень быстро. Ultima parte, versetul 20. Посмотрите на последнюю часть 20 стиха. Așa că ei să nu aibă scuză. Так что они без извинения. Când ceea ce avem, а все, что мы имеем, avem pentru că este Dumnezeu. А мы имеем благодаря Богу. Pentru că Dumnezeu a creat această lucru. Потому что Бог создал эти вещи. Nu este o binecuvântare atunci când avem acea mâncare în farfurie noastră. Это через ту еду, которую мы имеем в нашей тарелке. И когда мы находимся на улице, мы часто можем видеть людей, у которых нет этой тарелки с едой. И у них нет крыши над головой, а где бы им согреться. Но Бог являет свою доброту к нам. Самый новый пункт. А посмотрите, Псалом 19, 1 стих. Небеса провозглашает славу Божью и о делах рук его возвещает твердь. Черву не веснес глория Лунезеу, синтинера черву и арата лукраря мынилор царь. Арата лукраря мынилор царь. О делах рук его возвещает твердь. Библия говорит, что Черный Вестес лукарев. Библия говорит, что небеса провозглашают Божью славу. Если это 2. Стих 2. О зиру спеть алты зиле, а часто комментарий, что у ноапте арата, а часто комментарий али ночи. День дню произносит речь, и ночь ночи возвещает знание. Так, луапте сочет телескопий. Если вы возьмете телескоп. Микроскоп. Или микроскоп. Суда чей уами дистинце. А если эти ученые. Care ei stau în acest oficiu, nu fac nimic acolo. Ani studiat în oficiu, nici ce de și ei stau și încercând să vadă cu acest microscop la acele molecule ce mai sunt ele. И они наблюдают этими молекулами за их поведением. Că vrea să descopere cum a venit Pământ, fiindcă ei nu au acea credință. И они хотят обнаружить то, как образовалась эта земля. Gândiți-vă aceasta. Подумайте. Citim versetul 1, 2, 3. Încă o dată. Мы прочитаем снова первые три стиха 19-го. А что там Новович? Псалма. Небеса провозглашает славу Божью, и о делах рук его возвещает твердь. День дню произносит речь, и ночь ночи возвещает знания. Нет речи, ни языка, где не слышался бы голос их. Если ты целец, а часто? А разве это не понятно, о чем говорит этот псалом? Că vreau să-i cunoaștem, că acești oameni care sunt cu acest microscop în mâinile lor. Бог желает, чтобы эти люди, у которых в руках микроскоп, чтобы они наконец-то поняли. Vreau ca să cunoască că avem un Dumnezeu plin de glorie. А что у нас Бог, Он полон славы. Așa cum spune David. Так же, как говорит здесь Давид. Cerul ne vestește toată gloria lui Dumnezeu. Небеса провозглашает славу Божью. Так что ты такой, ты спонсор Мария Мин. И если вы согласны, вы можете громко сказать «Аминь». Матфея 12:21. А посмотрите Матфея 12:21. Матфея 12:21. И на имя Его будут уповать язычники. Че нумер Луси его инкреде няму. На имя Его будут уповать язычники. А шапку спунет, да.
Так же, как говорит об этом Давид. El a creat fiecare Dumnezeu, pe fiecare generație, ca să laude lui Dumnezeu. То Бог создал все поколения для того, чтобы они прославляли Господа. Nu știu ce de-a mie îmi place să predic mai mult, chiar de-am avut spirit copii, să predic mai mult despre creație. Я не знаю, как вам, но мне очень нравится проповедовать о творении. Неважно, дети это или взрослые. Ca început facă Geneza 1. А и все, как начиналось с первой главы Генезиса. А это фашера Луны. А где создавалась Вселенная. Так вы интервьюете в своем центре Харе Кришна, как вам интервьюете. И если вы будете по главной улице ходить и встретите там этих, которые поют Харе Кришна, я вчера их встречал. Я встречал Кирпичи, Жуманты, да. Они дали мне такой небольшой листочек, как половинка этого. Все, я спорю, а я вам не знаю, как я... Чем же помыть ситуации галактики? Я сказал, что мы имеем Бога, который создал небо и землю и все галактики. Это Дмитрий, который объявил для мертвых. Это Бог, который воскрес из мертвых. Да, это называется Иисус. И его имя Иисус. Да, но это Харе Кришна, а Мухаммед, а Будда. И это не Харе Кришна, не Мухаммед и не Будда даже. Мика Шапшап. А посмотрите на книгу Михея, 7 глава, 7 стих. Михея, 7 глава, 7 стих. Поэтому я буду взирать на Господа, буду ждать Бога, спасения моего. Бог мой услышит меня. Страничка 924 точно. De aceea eu voi privi la Domnul, îl voi aștepta pe Domnul Dumnezeu salvării mele, Dumnezeu mă va auzi. Бог мой услышит меня. Unde, când spune unde, voi privi la Domnul. А, во-первых, я буду взирать на Господа. Чьи есть? Кто это? Dumnezeu Salvării mele. Это Бог моего спасения. Там его шатпич. А посмотрите, Псалом 9, стих 16. Как же мы концентрируемся при дискуприеру Dumnezeu? Мы сконцентрируемся на Божьих откровениях. Познается Господь по суду, который он совершает. Нечестивый улавливается делом рук своих. Хигагион села. Domnul este cunoscut prin judecată pe care o face, cel stricat este prins în intrare propriul mâini, Хигагион села. Dumnezeu știe cum să judece. Бог знает, как судить. El este judecătorul nostru. Он является нашим судьей. Pe acest pământ. На этой земле. Este 17. 17 стих. Нечестивые обратятся в ад, и все нации, которые забывают Бога. Им... Мулțumesc, Мон. Спасибо. У нас есть новый оператор, помощник. Аминь. Это Dumnezeu. De ce este să fii în casa Dumnezeu să servești? Вот почему мы находимся в Доме Божьем, чтобы послужить. Лука 1 куда? 1 куда, да. Первая глава, 2 стих. Как и передали их нам, те, которые от начала были очевидцами и служителями Слова. Я на моей веб. Ай, о, на моей веб. Ай, речи. Ну, годой. Chiar așa cum ni le-am credințat, cei care au fost la început urmatori oculari și servitori ai cuvântului. Care были слушателями слова. Ne vorbește cuvântul Dumnezeu este descoperire specifică, așa cum am spus mai devreme. Это говорится о том, что Божье откровение было, требовало специального вмешательства. Și acum, în moment, Dumnezeu nu ne vorbește prin aceste lucruri. И хотя сегодня Господь нам не говорит ни через сны, ни через видение. Он не говорит нам через собаку, которая у вас во дворе гавкает. Или кошку, или змею, или еще кого-то. Или через дерево. Это было полное Божье откровение. И Dumnezeu ne vorbește în acest момент. И Бог может говорить к нам сегодня через Божье Слово. Читай его в каждый день. У Бога есть много чего вам сказать. И Бог может вам показать какую-то часть стиха, одну фразу.
те вещи, которые ясно видимы. Сумка возуди. Которые вы раньше не замечали. Иисус Афолис приехал на Зюа, шаг Маску звонит. Иисус стал Божьим откровением, как вы заметили. Библия смотрит, как Гугон Афос факут камни. А Библия описывает, что Слово стало плотью. Иоанна Унгун. А Иоанна 1 глава, стих 1. Вначале было Слово, Слово было у Бога, да. Слово было Бог. Значит, куда я раку вынес, куда я раку мне сделал, куда я раку мне сделал. И стих 14, слово сделалось плотью. Идет пастырь. Да, стих 14. А, это тебе, да? Да. Кувынт был фосфакут карни, че алогуит и дремной, при дегарш и дядевыр. И обитала среди нас, и вы видели славу его, славу, как единородного порожденного от Отца, полное благодати истины. Сюда я примет глорию и глорию, как сигру на вкут дим тата. Видим, как он не сделал Садецко крит пин фиул сел. Мы видим, как Бог открывает себя в своем Сыне. Изем кун вине чревати. Тогда, когда кто-то к вам приходит с посещением. Все время соспует. И он желает что-то вам рассказать. Когда мне зем я спут чела. А что вот мне Бог вот это открыл, мне приснилось. Так, а ну если ты кун тут мне зем. Если это не подтверждается Божьим Словом. После спует кейсу мичинос. А вы можете сказать ему, иди отсюда, обманщик. Так, а Библия его есть инкиса. Если его Библия закрыта. Принят декол. И, может быть, вся запыленная. Все, когда слушали Андрей, но он улучшен, но ничего файного их не дует. И, как брат Андрей говорил, что листочки не погнутые, не тронутые, не открытые. Если он комиссионал. Это точно обманщик. Это когда мне все, а кумни полбец, пин Библии. А потому что Бог сегодня говорит с нами через Библию. Но я имею часто видение пин Библии. А сегодня мы имеем вот это видение благодаря Библии. Дела Дженеза по Навевилации. От книги Дженеза до книги Откровения. Когда если я имею видение перфекта, куда не сделал? А через которое мы можем иметь ясно видимое от Бога. Приветик, он не сделал, стали скупили пенту мой. А посмотрите, как Бог является для нас. Словарь он кун. А мы вернемся в первую главу Римлянам, прочитаем первый стих. А мне тата на часто лекция на школу Минька. И мы говорили много об этом в воскресной школе из этого стиха. Так, смотри. А пусть у Паты Магия тут не сделал. А, где он говорит, что он... Слуга Иисуса Христа, призванный быть апостолом, отделенный для Евангелия Бога. Промаем он к папу. А, посмотрите, на 4 стих 1 главы. Куна скутка фиулут мне зел куптери. И объявлен Сыном Божьим силой. Тата путери селот мне зел. А вся сила исходит от Бога. Он угузечит. А, 10 стих 1 главы. Прин воя выйду мне зел. А где написано, просяне, удастся ли каким-либо образом теперь наконец предпринять неуспешное путешествие, как по воле Божьей, чтобы прийти к вам. Он укшайфлич. 16 стих. Путеря воду не взял. Это снова Божья сила, ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит, иудею, во-первых, а также греку. Он укшайфлич. 17 стих. Дрептатель воду не взял. Мы видим здесь праведность Божью, ибо в нем открывается праведность Божья от веры к вере, как написано, праведный верою жив будет. Он Бог говорит. 18 стих. Фурия бы не сделал. Мы видим ярость Божья, ибо открывается ярость Божья с неба на всякое безбожие и неправедность людей, которые держат истину в неправедности. Для каждого верующего, который происходит от Бога. Это мы должны видеть и в нашей жизни, Божью ярость. Чтобы наши умы и сердца очищались. Чтобы мы осознавали, что мы являемся грешными. И есть пение, которое мы поем, я грешен, но спасен. Мы посмотрим еще на два пункта, запаситесь терпением. Ломаем ему кнопочки. А посмотрите 1.18. Пати коношти, если дум не сделал. Что мы можем узнать о Боге? Он бы долго стрелял. 1.23.
Сейчас тебе маг Глория внизу. И славу нетленного бога изменили в образ, а сделали подобно тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Он кто учинич, а у скемата деверу луйду внизу. А посмотрите в 25 стихе, они меняют Божью истину, которые изменили истину Божью в ложь и поклонялись и служили твари больше, чем Творцу, который благословен вечно. Аминь. Он кто издой. Ты им звеката луйду внизу. Посмотрите, 1.32, они знали Божий суд, которые знают суд Божий, что те, которые совершают такие дела достойны смерти, не только делают то же самое, но находят удовольствие в тех, кто делает их. Понял, Костеин? А они об этом знают. Господи, верситу должен быть суд клад безумный. И в 22 стихе вы видели, что это ясно видимое. Потечется рук в суд аспекте. Это все те аспекты, которые открываются нам через Писание. После спойка, ну, кто освоил нельзя. Может быть, вы хотите сказать, что я не знаю воли Божьей. Так, ну, есть солва, ну, кто нос. Если вы не будете спасены, вы не будете знать волю Божью. Так, есть солва, кто нос. Если вы будете спасенный человек, тогда вы узнаете, в чем состоит воля Божья. Тут я тебя реализатор не матак, если бы готов. Потому что ты осознаешь в собственном сердце, что ты являешься грешным. Сегодня Рунезе есть в песне. И воля Божья, она находится в тебе. 16 стих. С этим прочитаем Псалом 19.1. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит, иудею во-первых, а также греку. И Псалом говорит, самого ностку, Господь, чем мы весь глория выйду не сделал. Где мы читали уже, что небеса проповедуют Божью славу, провозглашают ее, а дела рук его возвещают твердь. Если бы теперь не сделал. Это Божья сила. Челкая крия, челюсь помыл. Того, который создал небо и землю. Ну, после твоих фини потеря тратили на Иисус. Ты не можешь сказать, что эта сила исходит от тебя. Потому что не апостол Павел. Как говорил апостол Павел. Вот то, ты Христос, который мы торечь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 53. А посмотрите на 32 стих. Где мы шутим катару, думаете? Где мы говорим о Божьем суде, что зная суд Божий. А Бог открывает самого себя через две вещи. Одна из них. Можете отметить для себя. Он открывает это верующим. И также открывает и неверующим. Пункту 2 во фи. И во-вторых, кемат финь. Те, которые призваны быть святыми. Чей карисун салват. Те, которые приняли спасение. Может быть, еще есть те, которые не приняли спасение. И я благодарю вас принять спасение. А где будет время приглашения в заключение. Где у вас будет шанс принять спасение. Чтобы вы могли также положить вашу руку на Библию. И также, во-вторых, мы говорим о тех, которые призваны быть святыми. Мы зовем Бога, или призываем Бога. Где это является особенным откровением. Давайте посмотрим. Мы вернемся к изучению Библии. Если вы вместе со мной. Пятый стих. Примит. Посмотрите, что здесь. Которого мы получили, написано. Благодать и апостольство. Че примит? Что мы получили? Благодать. Ну, тем софим салат, тем фактили нас. Мы не можем быть спасенными благодаря нашим делам. Следующий одной Ефесян 2 год. Переверните Ефесянам во вторую главу, 8 и 9 стихи. Ефесян 2 год. Восьмой стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился». Принче? Принхат.
Мы спасаемся по благодати. Сумтем салават. А вы спасены через веру. Никогда и это через веру. Шестой стих послания Римлянам, среди которых находитесь вы, призванные Иисуса Христа. Вой чей кемат. Вы, которые призваны. А тут что такое зуд? Тогда, когда вы поверили, что вы спасены по благодати через веру, автоматически он призывает. А посмотрите во втором пункте также, а седьмой пункт, седьмой стих. Кемат стинт. Здесь снова называется призваны быть святыми. Кумат пусманаинти. А сумба готов. Я грешник. Да, салат. Но я спасенный. А часто есть салат. В этом и состоит спасение. Ну, призыв, сколько вы делаете. Что Бог открыл нам самого себя. Углубливаны, халилуахи, халявки зуд. И те люди, которые не поверили. Они когда но фустот. И написано, что это не были все. Чем увидят, тали сунда честь. И мы посмотрим на, кто же это были. Сам учил стрейку. Посмотрите, 53-й псалом, 1 стих. 53-й псалом. Первый стих. Сказал глупец в сердце своем, нет никакого Бога. Развратились они и делают омерзительное беззаконие. Нет никого, кто бы делал добро. Я буду вспомнить о спусе не малуй. Но если Думне сделал, коррупция сун чечел, факут не лечует, скрбласись, если ничего, который фаче бинили. Так вспомнить. Не буду. А посмотрите, он говорит, глупец. Кома спус, говорит, ну вряд ли лечу, если Думне сделал. А тот, который не желает признать существование Бога. Говорит, ну вряд ли лечу, если Думне сделал, садочку перетентуел. И он не желает осознать, что Бог открывается ему. Он упрет в папку третий. А 1 Петра 4:3. Если мы надо судить Библию. И прекрасно, когда вы изучаете Библию. Чистые газеты найдете отчет. Он упрет в папку третий. 1 Петра 4:3. Ибо пришедшего времени нашей жизни довольно нам, чтобы исполняли волю язычников, когда ходили в распутстве похоти, излишестве вина, кутежах, банкетах, мерзких и лопоклонствах, заняты глупцы. Страница 12-20. Шинка, не если бы стунка тимпу трепутал ведь, а мука двое няму на пекюн, умблема на странаре, пофте, честный вин, на мой бар, кефу, че идолатрик, не лежили. Так не понем аичи, но мая честь покат, кари сун вазуки. Если мы напишем сюда еще те, которые невидимы. Да, сум покат, кари сун ты не кари, ну под суд я думал, ну не сделал. И есть другие, которые видят только Бог. Хватит софи, джелузии. Может быть это зависть. Некуратсии, сау, нечистота или распутство. Или мастрикаты. Или испорченное сердце. Чего ему ты сун, ну мая честь. И к этому списку можно добавить еще такой же. И мне очень нравится, как говорит наш пастор. После страна. Когда идешь на улицу, света полному бьяты дум. И ты видишь там человека пьяного. И ты верки или тебя. И ты, может быть, смеешься над тем, что он напился. Да ну ты уйдешь, а ты не кайфся, за людей не мота. Но не смотришь свое сердце, а в котором расцветает зависть. А часто если покатывайся, пока. И как то является грехом, так и это грехом. Мы сегодня предыдущие. Мы являемся верующими. Перскам мы видели, что приняли это дело. А потому что приняли откровение Божье. Я тебе учинч. А посмотрите на пятый стих. Пример мой я примит харча апостоли. Перска аскунтали фасу декретиться тем туатим национуле пенту нубле луи. Через которого мы получили благодать апостольства для послушания веры среди всех наций для имени Его. Приняла имени Харча апостоли. А через Него мы получили благодать и апостольство. После фии он существует сюда страна.
Вы можете быть служителем даже на улице. Ну, думаю, чем телек на все слово. Не обязательно быть в здании, в этом месте. После Иерутянги трактат. Вы можете взять связку трактатов. После Иерутянги к. Или книг. А сейчас после месте апостол. И вы будете тем почтовым работником. Касану пердин, чела грёпи тут не сделал. А чтобы что-то сделать для Господа. Чтобы говорить о Господе, как мы об этом пропели. Доане, фолосесе гура мя, ка са фии пенту тине. Господи, используй мои уста, а чтобы они говорили о Тебе. И святу опыт. Восьмой стих. Первый говорит нам. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, и что о вашей вере говорят по всему миру. Конференция ваша есть вестита в туата лунне. О вашей вере говорят по всему миру. Он у меня меч. Где бы ты ни оказался. Сырается часто матурия. Фасадичей показывает это свидетельство о тем людям, которые окружают. Если это Господич. 12 стих. Софью Мингриятом Ремуна Кувой. То есть, чтобы я утешился вместе с вами, говорит Павел, общей верой и вашей, и моей. 16 стих. А каждый, который верит, это те, кто мы есть. Каждый должен молиться за тех, у кого еще нет этой веры. Să ne rugăm pentru cei cu credință slabă. И Павел нас учит, чтобы мы молились за тех, которые немощны в вере. Есть это 17. И Credință спре credință. А написано от веры к вере. Chiar am arătat tot capitolul, câte ori spre credință, știți ne-o? И я из-за интереса взял и посчитал, сколько раз используется слово вера в этой главе. Капитолу spune 5 ori. В пятой главе 5 раз мы находим слово вера. Да, так, если тот роман, а если взять все послание Римлянам, а это можете домашним заданием посчитать. Думаю, если он инвизибельные. Бог открыл невидимые вещи, клари возуди, которые стали ясно видимы. Вот на этом сосредоточимся. Есть у группы людей, которые примут. Это группа людей, которые приняли. Которые фоски маска, которые сунтем на кредитчика. И которые были призваны, а это касается нас верующих. Вот так мы Роману шапки. А посмотрите в 7 стих 1 главы Римлянам. И всем, кто находится в Риме, возлюбленным Богом, призванным быть святыми, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дать спон, чьи сунт, пя и битвы люди не сделал, чьи коря укрезут. Это те, которые поверили, являются третий пункт теперь. Респинчера покатосу. Отвержение грешника. Дубаком отспитанный, он сам через стрейку ум. Как мы читали в псалме 53-м первый стих, а, отца, мы можем еще раз прочитать, сказал глупец. Все, как патрон был не сказал. Через стрейку ум. 53. Да, Господи, не буду на вкус и не малуй, но есть это не сделал. А сказал глупец в сердце своем, нет никакого Бога. Есть по начальству и им отпринятый пока. Они говорят об этом с сердцем, наполненным грехом. Корейну ворцы для часа вяца лоры, мы не люди не сделал. И они не хотят посвятить свою жизнь в Божьи руки. А также, как было написано в 1 Петра 4.3, о всех тех делах, которые они практикуют. А им не хочется расстаться со всеми этими приятными для них грехами. Вот почему они выбирают идти против Господа. А сколько раз мы выходим на улицу с трактатами? Они когда видят трактат, они делают вид, как будто это им неинтересно, проходят, будто заняты. И из их сердца исходят различные грязные словечки.
обзываясь сектантами. Кто твой заслуга ортодокс? Вы должны быть православными. Я не вас примяску выдруднете. Не желая принять Божьего Слова. Ну вот сразу человек покажет, мол, он совил Иисус. И не желая оставить грехи позади для того, чтобы принять Иисуса. Ты крестин чистю, ты крестин залог. А потому что святые знают о их вере. Ты крестин сама сочесть. Пока то с чудес не понимало. И также знают о их отсутствии разума и глупости. 21 стих. И не мал, кроме распорным телесом, если он то не так. Потому, что когда они познали Бога, они не прославили Его как Бога, и не были благодарны, но стали, заметьте, суетными, воображение с них помрачилось, глупое их сердце. Его инима интунека. У них сердце в полной тьме. Ведь это был злой. 22 стих. А лазюс не бун. Представляя себя мудрыми, они стали глупцами. А жак, мы исполнили все тяжесты. Так же, как и говорит нам Псалом 53, 1 стих. А спуска, ну есть это нельзя. Которые говорят, Бога нет. Ну, он не был просто споря часто. Только глупец может об этом говорить. А пусть он верит, то ты очистил как сумка худея. Вместе с тем можно наблюдать все те вещи, осознанные Богом вокруг. Видите, вас, как вас влады меняться. А подумайте, вы просыпаетесь утром. Примарал, как вы скрыть в оки возле. А первый раз, открывая глаза. Че видеть? Румина. Вы замечаете свет, кто спит утром. Шахту мне сделал примарал. Часто мне сделал София. Бог. В первый день он создал свет. И тогда, когда вы думаете о творении, это не человек был создан, а в первый день, был создан свет. 28 стих. Стих 28. И как они не хотели хранить Бога в своем познании, Бог предал их негодному уму делать то, что непотребно. Они делают эти вещи, повторяя, как в своей религии. Видите, святые, они принимают, получают и признают Божье откровение. Да, пока тоже Олес Пинг. А грешные они отвергают. Вот да, он купатки, ну нам не вой. Нам не вой, когда не идет самовесом, и уж ты мобильный. Они говорят, я знаю лучше, не надо, чтобы Бог меня учил. Спасибо, сумму тумейку, сумму почасту Библия мы. И я вам могу искренне сказать, что я благодарен, что у меня есть в руках Библия. Это как школа мякая, фуктую у школы. А потому что то, что меня научили в школе, ну, сун, да сун, это есть на часто вяз. Этого недостаточно для того, чтобы пройти путь длиною в жизнь. Ну, а честь капацитета. Нет достаточных способностей или опыта. Да, то нельзя приготовить эту ночь в адекат. А Бог приготовил нам уже готовый. Кому спонят, он поверит. Честь тем, и я думаю, что и вы читаете в каждый день по одной главе из книги притчи, сегодня 20 число, которая является как школа для каждого из нас. Даже если вам непонятен какой-то стих, а мы говорили об этом в библейском институте, прочитай 5 стихов выше, 5 стихов ниже, для того, чтобы стало понятно, о чем говорится в содержании этого отрывка. Так, туля фуську, вы тут не сделаем фикарези. Если вы откладываете Божье Слово каждый день и оставляете его на потом, однажды мне это пришло на ум, я размышлял над этим. Так, лому микроскоп. Если мы возьмем микроскоп, все не дучи вас жестко фьюзидер. И заглянем через него в холодильник. Соведем ему нерву фрезеру к этому парку. И посмотрим на все отпечатки пальцев, которые есть на ручке холодильника. Соведем к этому такому, так как он
мы по полцу видим, какие слова на Библии. И посмотрим, сколько отпечатков пальцев осталось на Библии за неделю. Сколько классов зеркал ты маймун? А, конечно, на холодильнике ручки будет больше отпечатков пальцев. А потому что утром спешат, но холодильник не забывают. Так, между водой мункары и вот здесь маленький мегал помог. Для еды есть время, но для чтения Библии не остается времени. Это момент у меня фотка татрейты, по-моему, айчила сад. И для моего дедушки, сколько он жил на селе? Я говорил о фосфатике. Ведь я до меня, ну, птица маленький низ, мункарский ритуал, конечно, не сбил на ночке. Потому что он утром не ел обычно, а не завтракал. Он и Библию не читал, и завтрак не ел. Ну, а вечером гуся маленький. А. Не было у него аппетита кушать утром. Так, а сумму он с вами кардинал, не жгутся маленький. Вот таким образом у многих людей нет вкуса, а наслаждаться Божьим Словом. А теперь... Мальчик, о, того, что я читал вчера, мне хватит и на сегодня. У меня более 4 мультимедиа так. А иногда прочитали сегодня, и до вечера мы уже забыли, о чем читали. Да, Думнезио вряд ли сухуете вам и мута, минта там. А Бог желает еще что-то поставить в ваш рассудок. Касофим Гатупин Гузи. Для того, чтобы вы были готовы отстаивать те вещи, которые предстоят вам пройти в этом дне. А функционируем Библии через телефон. А теперь Библии есть и в телефонах. Вот эти Библии сами сейчас. А можно их слушать. На чем вас спустя? Так, где чисто вику Библия там, телефона беседы, как что вику Библия физика. И кто-то мне сказал, что если ты решил прийти с Библией в телефоне и не желаешь прийти с бумажной Библией в церковь. Если он не будет мать, как он будет сам. И это, как говорится здесь в псалме, это глупо. Видимо, дифференция мала, это кринчоч, чем-то покатор. И мы видим большую разницу между теми верующими и теми неверующими. Никандима час, тот фигарези. И я попросил вас поразмышлять об этом на протяжении этой недели. Как цену ренунце маческу вы. Для того, чтобы мы не отвергали этого Божьего Слова. Еврей может спушаться. Еврей? Евреи, он спускался, да. Ага. 11 глава Евреев, 6 стих, наверное, кто-то знает. Вы находимся, если вы не могли возможно. 11 глава, 6 стих. По примеру Паши выучите наизусть. Это хороший стих. Ибо без веры невозможно угодить ему. Ибо тот, кто приходит к Богу, должен верить, что он есть. И что он есть награждающий тех, кто старательно ищет его. Кроме Иоанна 3.16, Паша знает 11.6. Еще несколько. Еще несколько. Слава Богу. Там аскутация Иоанна часа. Значит, ты внимателен. Я крединца, если... Я твердый крединца, если посибель, я почел луи. Филька чел, чем виден от меня, сел, требует секрета. Каер, если... Си каер, то мы респектор, ал чел, че каут кузел. Чел, чем виден от меня, сел, требует секрета. Тот, кто приходит к Богу, должен веровать. Мы спустим факт. Мы говорили уже, что это не отдел. Факты ли вин дубы кредит? Дела приходят после веры. Так, ну а вячили факты, мы фиу кредит за младыми. И если ты не имеешь дел, это говорит о мертвой вере. Ты требуется факт. И если я спрошу вас, что же необходимо делать? Как сам ездим, унде фигаре лог. Для того, чтобы мы могли повсеместно сопреть Евангелие. Проповедовать Евангелие. Ты думаешь тем, как тот аузилия вене пин... Кредит авене пин аузилия, ся аузилия пин кувын пин Мессия. Потому что мы читаем в послании Римлянам, что вера приходит от слышания, а слышание от Божьего Слова. Да то ли да тебе, как ту предпись, у него пила руку, то сам пестрада. И тогда, когда вы будете проповедовать на улице, или на работе, или в другом месте, чинева по отца улоческу вызвал только тун пелись, начнет трактат пин. Кто-то может услышать то слово, которое вы проповедуете, будь то через трактат или другим способом. Все, вот Софей Сала. И он может быть спасен. Мы его часто. Мы об этом не знаем. Да, то не сделал, а ты часто. Но Бог заботится об этом. Через меня через Бог нас пусть Павел. И помните тогда, когда говорит Павел. Час пусть я. Ел все мест. Он говорит, я посадил. А пору удры.
Аполлос поливал, видел, что фачи. А Бог что сделал? Кречет. Он вырастил все. Он кулчечет. А он дает рост. Начапу сам кулчаст и не уманил. А для того, чтобы рост был в человеческих сердцах. И что интересно, Марин, он сын, кредитёс и сын. И есть большая разница между верующим и святым. Знаете, я ты концентрация, мне идет, а не бойся ты за вас. И прежде чем ты скажешь на Боге, ты нуждаешься в том, чтобы быть спасенным. Да, Софи Салват, Иисус Христос, и Сын Аллилуйя, ну, блин, факт. И спасенный через Христа, через Его кровь, не через собственные заслуги. Каша Релизези, им атака, если он богатос. Чтобы осознать в своем сердце, что ты являешься грешным. Вот если на час зли. А может быть и сегодня среди нас есть те, которые еще не приняли подобного решения еще. Грелка, кстати, кондиция часто. Поразмышляйте над этим. Все это фокусируйте, концентрируйтесь на чест пункт. Уну куда узеть. И сфокусируйтесь над Римлянам 1.20. Тоте лукле сун дивизибле. Что ибо невидимо его от сотворения мира ясно видимо. Все сун клад безути. Они стали ясно видимы. Сюда калифус педумизел, качение бунь колесо. И если ты отказываешься от Бога, как те глупцы, о которых мы читали в 53 главе Псалмов, то мне зелва упри все злобяском одепах. Бог не будет говорить с тобой. Смотрите, куда ты не рука. Мы встанем для молитвы. Я попросил бы закрыть глаза, никого ни на кого не смотреть. Вот и есть еще на час зи. Может быть, вы, находясь здесь этим утром, в рефугио кувынту сау принес. Спросите самого себя, отвергаю я Божье Слово или принимаю? Он фейка не зи колесун, деменянц. Он фейка рад, он не зи разбуд. Читеси ты на честь, пону врей, ему грабецкий, ему дух. Бог говорит, прочитай из моего слова. Вы говорите, я спешу, должен бежать. Тем тем все веич, он фальш. Я хотел бы попросить вас выйти сюда вперед. Ну, где гонди, сейчас пун оплопят вот это. И думать о том, что скажут о вас посторонние. Так мы не слова. Если вы еще не спасены. Как совиса пойму на Библии. Придите для того, чтобы положить руку вашу на Библию. Синове фузаку бунту не взял. И не отвергайте Божьего Слова. Фокусируйся ты на чем. Acest verset, toate lucrurile vizibile sunt invizibile, care Dumnezeu l-a descoperit pe Iisus în viața ta. И сфокусируйтесь над этим стихом, что все, что было невидимо, Бог сделал ясно видимым через Иисуса Христа, который явится в вашу жизнь. Дака мы видим имя. Если никто не идет. Сурок Фаллион Сихей Бурдача. Молимся в заключении. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за откровения Твои, которые ясно стали видимы в Слове Твоем, которым мы можем читать и, наслаждаясь, удивляться той мудрости, которую Ты являешь в них. Благослови каждого присутствующего желанием вникнуть, интерес, и пошли им усидчивость, настойчивость для того, чтобы они могли разобраться в этих истинах, чтобы они были навечно поздно тогда, когда Ты придешь за ними, а чтобы они не оказались не готовыми. Молимся Тебе за тех, которые остаются неверующими, для которых все это закрыто и кажется глупостью, и, может быть, вызывает насмешку. Господи, молимся, чтобы Ты смеялся над ними, чтобы Ты поработал в их сердце, может быть, через одну фразу или через стих, а чтобы Ты открылся им и сделался ясно видимым, чтобы они могли познать Тебя и выполнять волю Твою, а служа Тебе своей жизнью, достойного Бога прославляя. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. А да будьте благословенны. Для всех тех, которые не придут в четверг, я хотел бы сказать вам, что мы будем смотреть в первую книгу царей, в 12 главу, где порассуждаем над решениями, которые... Решениями, которые стоят перед нами. Приходилось ли вам из двух зол выбирать лучшее?
когда одно решение и второе решение плохие решения, но вы стоите перед выбором и вы должны что-то выбрать. Какое из них выбрать? И одно плохое, и второе плохое. Я не знаю, на опыте, сколько таких решений приходилось вам делать, но мы посмотрим на пример жизни Израиля, перед которыми стоит плохой Иеровоам и еще худший Раван. И им нужно поставить кого-то царем вместо Соломона, потому что Соломон уже умер. И извлечем несколько полезных уроков из этой истории. Поэтому первая книга Царств, 12 глава, почитайте ее, может быть, даже с 11 начинаешь, чтобы больше знать о содержании. Подумайте о своей жизни тогда, когда перед вами стоят два зла. Какое из них вы выберете? Или вы скажете злу «нет» для того, чтобы сказать «да» добру. Мы помолимся, попросим брата Пашу помолиться в заключение. Дорогой Господь, я благодарен Тебе за это собрание, благодарен Тебе за эти проповеди, которые проповедники проповедовали и я прошу Тебя, Господь, чтобы мы внимали тому, что было проповедовано и исполняли. Распусти нас с миром, с Твоим отцовским благословением. Аминь. Аминь. С миром Божьим! А все...